пожаловать на мой канал. Сегодня мы нарисуем чудесную Барби. Если у вас есть ручка и бумага, давайте начнем. Первым делом, как всегда, начинаем рисовать с глаз. Вы должны нарисовать два круга внутри круга. Нарисовав ресницы, брови и рот Барби, давайте нарисуем линию, похожую на букву U. Затем нарисуем линию шляпы и часть волос, выходящих из-под нее. Нарисовав изогнутые части шляпы, не забудьте нарисовать сердечко. Нарисуем шейку Барби, жилетку и детали ее жилетки. Добавим шарф на шею. Нарисуем две маленькие линии талии и длинную изогнутую линию верха брюк. Нарисовав верхние части брюк, bel için iki küçük çizgi, pantolonun üst kısmı için ise uzun kavisli bir çizgi çizelim. Pantolonun alt kısımlarını çizdikten sonra iki adet küçük ayakkabı ekleyelim. Добавим две небольшие туфли. Нарисуем верхнюю часть линии, похожую на букву «бай», и соединим ее со средней частью брюк. Я рисую еще две линии по бокам и рисую завязки брюк по линии «В». Колları ve parmakları çiziyorum. Затем я рисую оставшиеся части волос. Да, рисование Барби окончено. Как вы думаете, Барби чизими битте? Sizce nasıl oldu? Özellikle şapkasına bayıldım. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İstediğiniz çizimler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.